Всем трем доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ой, ленивый я. Да уж, куда же без потягушка. Ну что, SnowRunner. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты очень надо в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Отдельно огромное спасибо Помидорка, Вячеславу и Закат Эксп, они знают за что. Продолжаем. Как видите, у меня тут засилие тех, кого я буду испытывать. Но это еще не все. Да, это пока отдыхает. Так, мне тут написали одну страшную вещь. Говорят, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. И как там более пошлая версия. Неправильно ты, дядя Федор, презерватив надеваешь. Пупырышками-то внутрь надо, чтобы самому было приятнее. Так, управление. А, где-то, говорят, в самом-самом низу есть какое-то управление. И чё? Подождите. Ну вот передача. Нейтральный автомат. Задняя, верхняя, пониженная. Ну, так это все то же самое, что я тут через Shift управляю. Какая разница-то? Я же точно так же этим управляю через Shift. Ничего не понимаю. Подождите. Что-то я не это. Не допетриваю. Пряска клавиш. А, или подождите, может быть, имеется в виду... Так, а у кого у нас была особая эта передача? Блин, я не помню. Тебя, что ли? Сейчас... А, вот какая-то заказная, да? Так. Угу. Ctrl Shift. То есть автомат, по, как ее там, повышенная, задняя, нейтралка, элька и элька. Все, да? Вот. Теперь мы идем в настройки. Управление, правильно? Так, тормоз. Тут все установлено. И передача. А какая разница-то, я не понимаю? Ну, поставлю я здесь клавиши, и че? Ну, то есть, что это изменит? Я через Shift точно так же это делаю. Тут что-то... Не понимаю. Какие-то модули. Приблизить, отдалить, повернуть. Может, контроллер? Нет, это не то. А, это рулевое колесо. Интерфейс, звук, игра. Иммерсивный режим. Так, педаль, тормоз, повернуть, повернуть вес сцепления, клаксон, полный привод, блокировка, ручной тормоз, двигатель, быстрая лебедка, оценить левое взаимодействие, карты местности, удаление функции профиля игрока, переключить камеру, спрятать полигон. Нейтральный автомат, задняя, верхняя, пониженная. Секунду. Ладно, допустим, ставим мой автомат, ну не знаю, какая у меня тут кнопка не используется, на G. Модуля 13 назад. Ой, попробуй найди еще тут незадействованную кнопку. Ну, X. Alt. Хорошо. Допустим. И чё?
Ну да, он стартует с первой. А так с третьей. Да, ну хорошо, а что мне мешает вот как бы вместо вот этого? Один там, три, пять. Просто в нужные моменты переключаться на пониженную. И точно так же ехать медленно. Зачем мне первое? То есть, что это дает, ты не понимаешь. Ну, рывок. И чё? Я что-то не очень понимаю. Ну, то есть, ну хорошо, ну поставил я это. А зачем? Что это дает-то? Блин, как тебе отменить-то? Фак. То есть, ну, хорошо, ладно, допустим, вот он, там, допустим, вот ладно, мы переключились. Он сразу... Так, сейчас. Во-первых, по поводу того, что он сразу стартует, как ты говоришь, с монстр. Монстр, как он правильно читается, забыл. Монстр, короче. Что, типа, сразу с третьей. Первая. Вторая. Третья. Да что-то я не понимаю. Извините, что-то... Как это... Наверное, надо побольше поиграть и побольше поэкспериментировать, но, откровенно говоря, мне просто банально неохота. Слушай, знаешь, мне гораздо проще, вот я уже привык там, пониженный и так далее, мне гораздо проще так делать, чем вот это вот смотреть на эту мелкую кнопочку там внизу. Что там? Автомат, не автомат, переключился, не переключился. Если бы у того, что ты говоришь, была бы, ну как это сказать... как ее, расширенная версия, вот здесь вот, то есть вместо автомата появлялось бы вот это 1, 2, 3, 4, можно было бы шифтом вот это вот все переключать, я бы это визуализировал, тогда да. А то, что вот это здесь АКП 1.6, это мне постоянно надо будет смотреть, а у меня со зрением не очень все хорошо, как бы, поэтому нет, извините, no. Может быть, опять же, если бы я с самого начала этим заморачивался, тогда да, а так в топку. Будем ездить на автомате, и когда нужно, просто переключаться на пониженный и не мотать все нервы, в конце от концов. Так, вот таким вот лихим аллюром я отшвырнул хорошую идею. Неблагодарная скотина. Ладно, скотина. Но мы тут издеваемся над нашими скаутами. У нас их осталось совсем ничего. Осталось два. Поэтому предлагаю сейчас купить оба. Бам. Бам. Деньги есть. Деньги тут довольно спокойно. Ой, какая няша, а ты смотри прямо, а что ты, вот надо тебе прям каждое место отдельно, да? Так, давайте смотреть, что ты у нас умеешь. Угу. Ух ты ж, батюшки. Коробка передач. Магистральная. Для внедорожников, число передач, микроэнергетическое. Целых три понижающих передачи. Ну да, нам это и надо. Подвеска. Ой. Ай, как обидно. Ладно, значит, ты у нас будешь пока загорать на стоянке. Хорошо. Мы тебе все поставим. Все, что можем. А есть шноркель. Простите, а разница почти в полторы штуки. Только вот, типа, он красив... Ну ладно. Модули. Ага, малый верхний. А, то есть вот так. И так. Ух ты, запасные колеса топлива. Ну, да, чуть-чуть, а вот здесь 300 деталей. Блин, слушайте, мне вообще это нравится. Детали для ремонта 300 штук. Я говорю, у ремонтного модуля грузового, да, гигантского 300 штук. И здесь в коробочке 300 штук. Тут, блин, они так, они никогда это не поправят. Я не могу, а. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Как, зачем, блин, ну что это такое? Ну это ж такая, так это... Стрёмно. Тогда нет. Тогда нет. Передний бампер. Охотник. Пусть будет охотник. Стальные пороги, да. Наружный клаксон. А, это наверху. Да. Диски. Ох, какой выбор. Давайте вот эти возьмем.
Есть уникальный расцвет? Да ладно, даже уникальный расцвет нет. Ну, значит, будешь желтым. Какие еще есть? Ой. А это тоже, кстати, довольно заметно в снегу. А, давайте пусть будет такой. А это какой? Не. Эти все какие-то не очень заметные. Ну и всякие аксессуары. Куда? Ну-ка, цыц, ловец снов. А чё? А эту поставить? Ну, я вот так не играю. Так, наружные наклейки. Ну, да блин, нафига они нужны? Ничего так смотрится. Найти бы теперь ее еще. Так где она? Жди. А, пусть будет. Угу. И наклейки на лобовое. Угу. Пусть будет темная сторона. Не знаю, что это украшение на капот. Ух, ничего себе, здорово какая. Да уж. А пусть будет ночной ужас. Какая здоровенная, действительно. Хе-хе. Все. Этот друг отправляется на стоянку. До поры до времени. Пока не будет найдено все необходимое. Так, а ты у нас... Да ладно, и тебе, Амур, России нужно. Че, надо этот Амур, России? А, ну... Ну да, мощность побольше, надежность пониже. То есть тут Б минус. Ага. Ну, то есть минус одна надежность плюс две мощности. Но это не такое критичное. То есть этим можно пренебречь. Естественно. Серийно. Чем серийно? Высоко, конечно. Шины. Так, с цепями. Ага, для бездорожья. Внедорожные. Давайте вот эти. Лебедка. Автономная. Запасное колесо. Да, шноркель, конечно. А, вот он. Блин, эпичная труба, елки-палки. Верхний багажник. Ну что такой маленький, блин, ну чушь. Побольше нельзя было топлива накидать. Чё сюда? А, ну хотя тут ключок, типа. Ну ладно, пофиг. Так, улучшение. Пусть будет. Ох ты ж, ничего себе, сколько тут. Нет. Ничего так. Ну такое. Блин. Давайте уж. Пусть спортивный. Ну, я не знаю, это выглядит как-то очень странно. Давайте уж вот этот тогда. Хотя они все, на самом деле, как-то странновато выглядят. Круглый маячок. Кондёр. Кондёр, да. Малый стояночный, прямоугольные маячки, парный. Ух ты. Защищённые против... А, вот так вот. А, понял. А, прикольно. Лестница на крышу. А что-то ушло. А, либо маячки, либо пусть козырек будет. Парный клаксон тогда оставляем. А, малые тоже можно, да? А, можно. Угу. Ну, норм. Разные. Диски. Все, ну по сути, все поставили. Ну, опять гигантский выбор. Пусть будут эти. Расцветка. О, вот это да, берем. Красавец. Так, ну здесь как обычно, Гавайи, ловец снов, наклейки. Ну, пусть будет грязь. А, нет, дайте герой бездорожья. Точно. Наружные, не, наружные не надо, при такой-то красоте наружные наклейки. Вот на лобовой можно что-нибудь. No track, no life. Хотя это же не грузовик. Дайте олдскул. Все.
Какой прикольный получился. Слушайте, ну так это эффектно смотрится. Вот единственное, что, блин, вот мне кажется, жаль, они не... не со... Как правильно-то обозвать? Как бы не сделали вот эти две части, то есть багажник и вот эту вот... Да, вот эти две рамы как-то... Ну, видите, они как бы стыкуются, но просто как бы, просто рядышком. Вот как-то вот был бы естественным продолжением, то есть одно другого как-то по-другому немножко, блин. Ладно, поехали, чё. Ну, так и P1, допустим, да, вот смотрите, вот мы стартуем. Один, ну, один же. Один. Два. Надо будет на грузовиках еще присмотреться ко всему этому безобразию, тоже ведь. Так, стоп, секундочку. А где свет? Свет есть. Так, маячков нет, гудок. Ну, нормальный такой. Нормальный, обычный. Без понтов. И мы едем туда на испытание. Сейчас будем делать следующим образом. Будем испытывать одну машину там, на гонках. Потом... Точнее, не так. Сейчас мы до тут, во-первых, доедем. Поставим там нашего дружбана. Выполним одну... Ну, в общем, короче, смысл какой? Так как я скупил все скауты, которые можно было здесь скупить. Вот. А сейчас сделаем как? Вот эту догнать туда. Поставить ее пока. Выполнить одно задание по погрузке. И потом испытание. И так, по одной, грубо говоря, в серию, по одной машинке будем испытывать. Чтобы слишком тоже... Ну, как бы, знаете, слегка подзае... Подутомила меня слегка эта гонка по одной и той же локации. Знаете, как бы по 15 раз ее проходить каждый раз. Это, конечно, деньги приносит в игре. И довольно хорошие, будем честны. Но все-таки подзае... Ну, утомляет, в общем, этот процесс очень сильно. Ай. Заносит проклятущий лед. И по поводу животных, спасибо за информацию про белого мишку. Ну, как бы интересно, что да, это есть, но вот знаете, честно скажу, ну, для меня это очень, ну как, не то что сложно, но вот если бы не написали, я бы об этом не узнал. Я очень рад за тех глазатых людей, которые это заметили, но вот для меня это, ну, то есть вот там где-то может появиться белый медведь. Ну, извините, усраться можно, а чё... То есть, а что, нельзя было его как-то более видимым сделать? Просто на первой карте, как вы помните, были очень классные глаза в лесу. Когда-то ночью ехал там по лесу, да? Или где-то рядом, и можно было заметить эти странные глаза, которые там торчали. Светились, так сказать, в ночи. Вот. Они в итоге были абсолютно без... Как это? Абсолютно без... Как обозвать-то? Бесплотные, буквально. То есть, если к ним подъехать, они просто исчезают... Ну, как... Получалось, что это просто картинка в воздухе. Но это было прикольно. По поводу же животных, которые вот тут вот где-то там очень сильно далеко, ненадолго появляются. Ну, как бы... Я сейчас повторюсь. У меня со зрением все не очень хорошо. И для меня вот такие вот вещи... Где-то там что-то вдалеке мелькнуло. Я вблизи-то не всегда замечаю то, что нужно. Так что... Так что. Не для меня эти приколы абсолютно. Нет, понятно, что если я прям задамся целью, вот прям четко там, вы мне напишите прям, ну, собственно, уже написали, что вот там есть дорога, да, на которой я прям специально туда поеду, буду вглядываться. Да, я его замечу, но, понимаете, для меня это звучит как, ну, шутка известная, да? Поцеловал Иван Царевич лягушку, и она превратилась в ужа. Как бы чудо налицо, вот только вот... Чудо по факту, только вот нахрена оно надо. Вот так и здесь, как бы, это сложно, понимаете? Для какой-то ачивки, для какого-то прикола это сложноватый момент. То есть, почему так? Почему этот медведь не может, например, вот... Я даже не знаю. Почему, например, он просто не может, вот, проплыть по воде? Медведи же плавают? Плавают. Очень хорошо плавают те же белые мишки. Как там, 100-километровка для них вообще не вопрос. Я имею в виду. Причем я сейчас не ошибся. 100-километровка, а не метровка. Почему, например, нельзя... пустить белого медведя, который бы плавал вот тут, в речке. Я понимаю, почему они их сделали такими далекими, где-то там, чтобы всякие полудурки не пытались их на машине переехать, это понятно. Но, как бы, что мешало сделать их водоплавающими? Или, например, вот сейчас я еду, смотрю, бац, белый мишка бы ушел за камень, допустим. И все, ты подъезжаешь, а его уже там нет. Вот, как бы, да, немножко поближе это все перенести, но, с другой стороны, ладно, опять же. На игровой процесс это вообще никак не влияет, поэтому пофигу. И уважаемый Алексей, кажется, Ларин,
У меня к тебе очень большая просьба. Завязывай хреначить такое количество восклицательных знаков. У тебя что? У тебя все нормально? Ну, то есть, чувак, как бы, хорош. Серьезно. Ты очень, как бы... Как это? Ты очень громко пишешь сообщения. Если ты думаешь, что я тебя не читаю, я тебя читаю, я всех читаю, я всех вижу. Просто, как бы, лаг задержки на несколько видео, я уже много раз говорил, что видео пишу запасом. То есть, если вы пишете какой-то комментарий видео, а я в следующем видео на него не реагирую, ребят, я от него, ну, то есть, какой-то такой комментарий именно, ну, дельный, то я отреагирую через несколько видео, потому что следующее видео уже, скорее всего, записано. Подожди, ай, ты... Блин, фу ты, черт, забыл совсем. Что за это? Так, назад. А, постоянно включен. Сможешь? Сможешь. Давай, 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 ну. Да ну ладно, мог же. Ладно, можно и так. Блин, я ж как-то сюда въезжал. Ну, в смысле, вот в эту речку не проваливаюсь. Как-то же... Был же тут... Был же тут какой-то вот... Как-то же я проезжал, не проваливаюсь? Или тут везде проваливаешься? Вот тут, по-моему, да? Как-то же можно здесь ехать, не провалившись? А, вот! Нет, опять он провалился. Нет, он проваливается. Причем проваливается очень качественно. Да ладно, ну ты что, серьезно, что ли? Да, в итоге единственный, кто здесь смог проехать, это Хан. Эти стоят, шлифуют, но ничего сделать не могут. Просто уперся и привет. Конечно, может быть, надо внедорожный... Блин, как они там? Лучше другие колеса. Ну ладно, по факту он ничем не отличается от всех остальных. Они тут все застряют в этом месте. Единственный, кто здесь проскочил, это Хан. Все. Попробуй найди его тут. Нет, не ты. Другой туз. И не ты. Другой... Другой рычаг. Поехали. Так, ну его сюда подтащили. Но он, скорее всего, не проедет, я уже могу сказать. То есть уже тут все печально. Он уже там провалился в паре мест. Можно абсолютно быть уверенным, что... То, что они вот так проваливаются, легковые, это, конечно, полная херня. Ну, в том смысле, что... Нет, понятно, что машины под лед проваливаются, я не в этом смысле. Я в том смысле, что... Ну, блин, как сказать? Проваливается, застареет. Хотелось бы, чтобы была... Ой, не то. Была машина, на которой можно вот так не провалиться вообще. Ну что, в очередь, родной, в очередь. Будешь вот за этим зеленоглазым. Зеленопопом. Реально что-то получилось. И кто там впереди сразу вдвоем встал, а? Сейчас по шее тресну, блин.
Все, приехали. Так, ну что, давайте испытание. Кто первый? Лэнд, ты? Ну давай, хрен с тобой. Будешь ты. Тебе, блин. А, стоп. Нет, наверное, Нева все-таки первая. Она прям на этой точке нужно стоять. Да, давайте тогда тебя сначала. Извини, сначала поедет Дон. Рун-дун-дун. Там-ту-рум-ту-ру-рум. Ек. Заводись. Свет. Камера. Мотор. Ну что, давайте пробовать. Поставим, наверное, вот эту. С дифференциалом. Но далеко не уедет, она сейчас провалится тут где-нибудь, и, в общем, на этом все закончится. Ну, пожалуйста, уже снег ее застопорил лютейшим образом. Первый этап есть. Сейчас я говорю, первый же провал. Под лед. И, в общем-то, все. На этом развлечение закончится. Пока ползет. Ползет, черт побери. Это хорошо. Пока хорошо. Та-да-да-да. Вот здесь провалится, да? Вот это вот место. Давайте сейчас. Нет? Я почему еду на L+. Опа! А вот и все. Нет? Да, видите, тут... В чем приколюха, как бы, когда проваливаешься на обычной скорости, можно слегка копнуть. Даже не слегка, а сильно так копнуть и, в общем-то, остановиться. На L+, ты едешь не очень быстро. И, как бы, ну, как сказать, в случае чего, успеваешь, так сказать, остановиться. Сдать, так сказать, назад. Вот, то есть. Опять же, как-то, я не знаю почему, но вот именно на L-ке, когда она едет, как-то не очень сильно закапывается, что ли. Хоть и медленно, да, согласен. Но по факту средняя скорость примерно такая и получается у всех остальных. Давайте на обычно попробуем. Че, не едем? Че сейчас было? Че за остановка? Вот снежок. Снежок, снежок. Ну-ка, на повышенный, что ты мне скажешь? Да, в принципе, ты мне говоришь все то же самое, что и на обычный, да? Ай, ну куда ты по... Блин, ну что это такое? А куда тебя зашвырнуло-то прям? Чушь. Сейчас, вот надо вот сюда, понимаешь? Вот сейчас надо сюда. Все. Приехали. Уперлась мордой. Провалилась жопой. До свидания. Да правее, черт тебя дери! Ну блин, ну что это такое, а? Прям проваливается и все. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, блин. Ну все, тут уже это смерть. Она дальше не проедет. Она дальше не проедет. Она сейчас будет мордой упираться во все подряд. Это место, оно прям... Тут надо прям искать для них дорогу. Где они тут могут ехать, где не могут. Где провалятся, где не провалятся. То есть... Вот сейчас же на первый едет. Переключается вполне себе. А не на третий. Сейчас на второй. Вот опять, пожалуйста.
Давай, давай, вытягивайся, вытягивай. Ну, вытягивай себя, ну. Ну, давай, 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 ты можешь. 4 минуты. Я все-таки хочу до конца доехать, но нет. То есть те же болячки, что и всех остальных. При провале просто останавливается. То есть тут... Все, вот опять мордой клюнуло. Все, привет. Дальше мы не поедем. Сейчас день тут завалится окончательно. И все. Ну ты смотри. Ну давай, выцарапывайся. Объезжать по снегу смысла никакого, она просто умирает на снегу. Ну что это такое, ну? Ну что, ну снега-то, блин, 5 сантиметров, а? Шлифует, ты что, там твердой поверхности нет, ага. На 5-сантиметровом снеге Нева. Ну да, она так себя ведет. Нивы, они такие, шоссейники. Говно вообще. По снегу, по грязи вообще ездить не умеет, ты что? Да. Нет, ну, конечно, может быть, если переключить другие шины, ехать не на пониженной, а на обычной и так далее, возможно, может сделать это быстрее, но есть одна проблема, чтобы все это сделать, нужно метнуться сначала обратно в гараж, потом это все сюда перетащить и так далее и тому подобное. Идите с такими заморочками. Кстати говоря, почему... А кто-нибудь в курсе, господа смотрящие мои видео, кто-нибудь в курсе, а нет ли здесь машины, пардон, автосервиса, гаража? Ну, то есть, буквально машина, которая такой мобильный гараж, блин, по замене шин. Ну, просто вообще странно, что в игре есть ремонтники, которые могут, грубо говоря, заменить одну шину на другую, но нет ремонтников, которые могут, ну, возить с собой шины разные. Потому что, на самом деле, такой вариант был бы очень полезен, мобильного такого гаража. Не самого гаража, а... Ну да, то есть именно по колесам, то есть, чтобы можно было поменять колеса, чтобы вот в таких вот ситуациях, когда тебе хочется испытать разные, так сказать, возможности машины, одной машины, то тебе не нужно вот туда-сюда, туда-сюда, заменил, сделал по одному и тому же маршруту, а просто подъехал, шам-шам-шам, поменял, еще один круг сделал. Да, это было бы хорошо, но чего нет, того нет. Отдыхай. Ладно, поехали по заданию. А что у нас по заданию-то? Осмотреть центр общины. Общины. Так, а я кем хотел его осмотреть? А я не помню. Кем-то хотел, наверное. О, так давайте вот этим. Как его? Где этот длинный-то? Форд Ф. Давайте на нем. Он такой странный. Звучит очень смешно. Пополз. Такой неторопливый, спокойный. Кстати, изнутри. Стой, куда покатился? Божечки-кошечки, здесь хотя бы радио есть. Какая прелесть. Ёлки-палки. Ах, это вам не хухры-мухры. Это прям ретро. А ты с какой скоростью едешь, сударь? Где у тебя... Двадцать. То есть, если тебя переключить на L+, ты, в принципе, с такой скоростью будешь ехать, да? Да, забавная машина. Ну, давайте обкатаем немножко. Сиплый.
Нет, не сиплый, как ж... Когда у подростков голос ломается, у парней. Также, эй, поехали. Обычно. Тут такого можно выдать. Ты что, подростком тебя назвать? Ну, ни хрена себе подросток. Подросток, ломающийся голос, вымахал. Акселерат, точно. Это будет акселерат. Именно так. Так, стоим. Давайте все-таки доедем сегодня туда, куда планировали. Потому что хочется. А где это? А, это вообще там. Ой, так я неправильно поехал, да? Надо было по речке. Черт. А, так подожди. Я еще могу. Действительно. Я же еще могу. Могу. Ну, еще. Уж, блин, на этом надо было. Ну, нет, 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 нет. No. Пуф. Объезд. Давайте в объезд, хрен с ним. Вот так вот нарисуем себе тропиночку. Здесь что-то очень страшное. Дом на отшибе. Кто ж его отшиб-то? Поехали. Забавный. Как этот несчастный американец на нем сюда ехал? Это же кошмар. Как бы в чем задумка этой машины? Она очень медленная. Она очень неторопливая. То есть как бы... ну, серьезно. Понимаете? По логике такая машина должна быть просто каким-то запредельным чудом на, ну, вездеходном. Типа, да, скорости нет, да, не разгоняется, но зато там может, как это, по самой ай-яй-яй в грязи, снегу и одновременно на льду, да, там, провалившись, по самое, как это, вам по пояс будет, вот, просто рассекать там по бездорожью. Но он вязнет в снегу, сейчас, секундочку, вот тут вот сугробчик небольшой, по-моему, да? Он вязнет, как обычный скаут. Простите, а в чем задумка-то тогда, я не понимаю? Просто медленный, длинный скаут, что ли, все? Да, что-то как-то... Что-то как-то мой жалкий, ничтожный умишка не улавливает гениального... гениальной задумки разработчиков с этой машиной. Хотя, конечно, возможно, зря на разработчиков батон крошу. Ай! Вполне вероятно, что сами создатели этой машины тоже были теми еще... мудроидами. Но правда бензобак 140 литров. Правда расход 4 литра. 4-5. Нет, 5 по-моему не было. Так и держится. В районе 4. То есть, опять же, если бы в багажник помещалось какое-то запредельное количество запчастей и бензина... Да, оно здесь большое, но не... Как сказать? Большое. Но не более того, то есть, как бы... Ну, то есть, опять же, ничего выдающего. То есть, скорость очень плохая. А где компенсация? Простите. Этой плохой скорости. То есть, за счет чего? Просто, секундочку. Так, допустим, заправка. Что у нее там? 50, 100, 180. Это не так много. Как бы. Совсем немного. Запчасти, ну то есть, блин, да. В общем, что-то я в этом Форде не очень понимаю. Но он такой, медитативный. Нет, возможно, конечно, очень хорошо умеет выбираться из всяких ловушек.
Что мы сейчас, кстати, вот здесь вот и проверим. Татарин где-то здесь, в случае чего? Что-то не видно, чтобы он как-то мог выбраться. Так, вот он провалился. Окончательно, целиком, полностью. Ни вперед, ни назад, да? Хорошо. Пробуем назад. Тоже не может. Тумбочка. Ты где? Тузик фас. Да. В общем, что-то не очень понятное с этим автомобилем. Какой-то он стрёмненький, надо признать. Ну, то есть, он медленный, он неповоротливый, он непроходимый, он обладает всеми болячками скаутов. Да, у него типа багажник побольше, но опять же он чуть-чуть, то есть на фоне всех остальных, так сказать, не очень лестных эпитетов, это, извините, вообще ни хрена не компенсирует. Как бы, если взять того же Катерпиллера, который, ну, как сказать, свою медлительность компенсирует просто с запредельной проходимостью, блин, просто ползет и ползет, и как это, и плевать он на всех хотел с высокой колокольни. То есть, да, тут понятно. А здесь-то чего? Ну, то есть, блин. Спасибо. Да. Что это непонятное? Какая-то идея в нем есть, но какая? Еще вопрос, как он себя поведет с этими, с модулями. О, пожалуйста, все. Он не просто засыпает, что происходит. Снегом застреет так же страшно, как и все остальные скауты. Хотя какой здесь снег? Ну тут нет снега, блин, чувак. Ну хорош. В чем ты застреешь, блин? Ой, дайте мне координаты этого американца. А. Хочу спросить его, как он на этой машине доехал туда, куда он доехал? Бедняга. Представляю, как он мучился. Да я уж L+ включил, блин. Хотя он и на L+ еле ползет. А какие колеса, кстати? Я что-то даже не помню. Что я ему поставил? Что-то я ему поставил. Только что? ХЗ. Да. По-моему, я нашел самую медитативную машину в этой игре. А, тут лед. Или нет? Или нет? Ладно, вроде едем. Хотя, что там, больше 30 скорость не поднимается, по-моему. То есть он мгновенно теряет скорость в грязи, он мгновенно теряет скорость в снегу, он мгновенно теряет скорость на льду, он мгновенно теряет скорость на препятствии. Да. Ну его реально как базу использовать. Прицепить к нему какую-нибудь бочку с топливом. И... ну то есть, знаете, типа выгнал его куда-нибудь, поставил. И пусть там стоит. В случае чего к нему подъехать, починиться. Или, слушайте-ка, или в качестве... кстати. Или же... его можно использовать как прицеп. Буквально. В чем идея? Идея в том... что мы к нему цепляем. Так, вот здесь надо быть аккуратнее. Тут перевернуться, как нифиг делать. Тише. Спокойно. Вот. То есть идея в чем? Прицепить к нему бочку с топливом, допустим. А, и тем же крокодилом просто оттаскивать куда надо вместе. То есть вытащили, кого, кто там застрял, починили. Все, этого оставили в качестве прицепчика. Ты ехать будешь? Ты на первой скорости, родной.
У тебя первая скорость. А, вторая уже. Ёлки-палки. Кажется, на вторую ты успел переключиться, бедняга. Уже третья. А третью ты когда успел? Мы только что на второй были. Ну, я не знаю, я, блин, что-то с этими переключениями коробки. У меня пальцев на руках не хватит. Мышка у меня самая примитивная, если что. Ну, знаете, вот это вот. Три кнопки и все. Никаких боковых, еще чего-то даже близко нет. Можно было туда поставить, а под пальцы на левой руке, так они и так все пределы. Мизинец только плюс-минус свободный. Так, ну, в грязи он не застрял. Замедлился, да, сильно, но не застрял. Все-таки важный моментик. Мне прям было любопытно, он сейчас сможет он вообще проехать или нет? Он проехал, ладно, хорошо. Так, сюда, ну, вроде сюда я дорогу нарисовал. ХЗ правильно, неправильно. Куда-то едем. Куда едем, непонятно, но едем. Уперто и целеустремленно. Куда-то сюда. Простите, это лед или вода? По-моему, это лед. А почему тогда здесь не объехать? Или это плохой лед? Нет, это хороший лед. Хм. Действительно, где лучше? По этой грязи или по льду? Какая хрена разница? В чем скорость? Скорость пониженная. Текс. Ну чё, давайте выполним задание, раз уж начали. Раз уж начали. Вообще, конечно, разрабам надо что-то думать со скаутами на всех этих ледяных картах, потому что, ну, блин, я не знаю, абсолютно одинаково, вне зависимости от размера, движка, модели, абсолютно одинаковые болячки, то есть, ну, блин, я даже не знаю, ну, это реально странно. Чё уж. То есть, какой смысл в таком количестве скаутов, когда, например, ни один из них не может ездить нормально по снегу? Вообще никто. Ну, кроме БТРа. Но он не скаут. Ну, то есть... Ну, ладно, хорошо, еще Демиург вроде что-то там из себя изображает, но тоже так, честно говоря, довольно слабо. О, какое прекрасное место, а. Угу. Прикольно, да? Спускаешь так, бам, свет в бревно уперся. Вот оно теперь исчезло. А свою функцию выполнил, оно тебя притормозило. Вот еще одно бревно. А, нет, смотри. Давай, давай. Ну. Что, все, приехали? Дальше не поедешь? Или поедешь? Вроде поедешь. Нижняя шпонька. Шпунька. Тропунька и штепсель, блин. Да, фраза про замерзших во времени звучит немножко издевательски. Чувак, они не замерзшие во времени, они погибшие во времени. Тут же это же руины. То есть, ну, буквально как бы руины. Так, так, так. Так, 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 так. Вот да. Как-то так. Как-нибудь так. Так, секундочку, центр общины. А это не здесь у нас полнейшая жопа с дорогой, а? Здесь или не здесь? Я что-то не помню. Ой. А, ну да, супер столб поперек дороги. Логично. Че, серьезно?
Прям вообще никак не объехать, да? Не переехать никак. Понимаю, понимаю. Это вам не хухры-мухры. Это столб. Пролезу я под ним или нет? Нет, немножко зацепил. Ну ладно, не критично. Ага, туда. Да, это то сам... О, это то самое дурацкое место. Так. Слушка. Давайте-ка мы вот сюда лучше свернем, а то... Что-то мне подсказывает, что я оттуда не... Да-да-да. То самое дебильное место, где... Огромная яма в снегу, блин. Еще и зацепиться за столб нельзя, ни хрена. Да-да-да-да-да. Нет, ребят, спасибо. Нам сюда не надо. Ну, то есть надо? Но. Ну, то есть, к сожалению, надо. Но не надо. Чего он тут найти, интересно, хочет? Осмотреть. Чего осматривать-то? Что ты здесь, гнилые доски собрался находить? Ну так, без шуток, на самом деле. Ага. Так. Просто что-то мне подсказывает, что... Ну нет, конечно, теоретически клад-то можно найти. Теоретически. Но на практике единственное, что ты тут найдешь, это очень голодного медведя. И то не факт. И все-таки я считаю, что проститутки на местных дорогах были бы куда смешнее, чем медведи. Кстати, едешь вот так вот по лесу. Вдруг откуда-нибудь выглядывает местная Наташа. Извиняюсь. Стоп, что? Привет такая. Все. Мы писали. Наши пальчики устали. А столб не активен, да? А, они работают. Ну ладно. Тады ладно. Ну да, тут единственный такой поганый столбец. Как думаете, влезет? Ну. При помощи лебедки какой-то матери вроде получается. Вообще, конечно, понятно, почему разработчики не вводят в игру. Ой, там синий. Самый любимый, да, синий снег. Ну, не желтый, уже хорошо. Понятно, почему разработчики не вводят в игру какой-нибудь снегоход на гусеницах. Или там хрень на воздушной подушке. Ну, потому что все просто, извините, болт положат на все эти скауты, блин, и так далее. Скажут, ребят, ну, как бы круто, конечно. Это как тема с БТРом, с крокодилом. Я уверен, что огромное количество игроков, которые не заморачиваются по поводу вот, покупки всего и вся, там, попробовать все и вся, просто садятся на крокодильчика и едут, и пошли все в жопу, как говорится. Так, что-то у меня тут с отметками, блин. А, угу. То есть в эту жопу мне все равно надо, да? Что, давайте мы попробуем вот здесь вот протиснуться. Вот как-то вот так вот. Потому что мне кажется, что это будет более... Чем вот там, по той дороге пытаться ползти. По этому местному лесу больше шансов увязнуть к чертовой матери, да? Ну, БТР неподалеку, в принципе, условно говоря. Вытащить, наверное, в случае чего. Куда ж он денется? И вот что разработчикам точно надо добавить, прям вот, прям точнейше, это какую-то отдельную, я не знаю даже, карту, не карту, возможность именно, знаете, вот проходить испытания, то есть вот, ну, вот, да, состязания вот эти все, именно с точки зрения, когда ты можешь прям на старте заменить
все колеса там, движки, еще что-то, да, чтобы не гонять в гараж, вот это я имею в виду, то есть возможность такого, как полигона, что ли, не знаю, как это обозвать, какую-то отдельную карту под это запилить или еще что-то, ну, потому что, блин, иначе это такое мучение. Ох, не думал, что так тяжело возвращаться будет, сам не знаю, что я ждал увидеть, но спасибо. А, ну ладно. Доехать до первой метки, это что за хрень? Так, кто у нас остался? Путевой обходчик. А, да-да-да-да-да, помню. Так, ну, нет, форт, конечно. Ой, форт идет нахрен. Широким шагом. Давай, чувак, иди гуляй. Ты забавный, но нет. Просто нет. Так, ну что, из плюсов. Все, что можно было здесь купить, я купил. Так, у нас есть Азов. Из некупленного. Азов вот этот. Буар тяжелый. Колоб 74-941. Зикс. Все, да? А, для доступа к этому... А, исследовать мир. Закрыто, закрыто. Это не купить, не купить, не купить. Угу. Опа, а этот закрыт. Это все уже тут недоступно. Ну ясно, короче. То есть, в общем-то, осталось не так много. Вот буквально 3, по-моему, машин, да? Дорогие, конечно, зараза. Ну что ж поделать. Ну, в принципе, можно вот этот Азов взять, тогда в следующий раз и на нем поехать задание выполнить, тоже его испытать. Сейчас тогда еще раз 15 там прокачусь. И, в общем-то, его цену отобью. Потом, соответственно, Буара попробовать. В общем, да, задача купить их всех. Чтобы было. Ну, ладно, что. Да, сейчас поеду, деньги там позарабатываю. И на этой деньги зарабатывательной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты очень надо в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопаю плечу, девчонку, щечку. Увидимся в следующей серии. SnowRunner. Не совсем безоговорочная, но все-таки Forever. Как-то так.